Завтра у Минску пройдет урочистый сход, присвященный 100-летию Министерства по сельской господарце и харчаванні. Удзелу им примут каля 40 представников Гомельской области, которые узнагороджены юбилейными медалями 100 годов органам державного керования сельской господаркой и харчаванням Беларуси. Сирот первых их отримали працовники АПК Гомельского района. Урочистую церемонию наведали наши корреспонденты. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Брилёва» – одно из старейших в Украине. Оно было створено в снежне 1921 года. Сегодня это сучасная шматпрофильная господарка, которая специализуется на выращивании огороднины, выпуску консервованной продукции и вытворчести молока. Такая разнонакированность позволяет «Брилёва» упэўнена отчувать себе на сучасном рынке. Узнагороджывание одразу двух представников господарки – еще одно официальное признание великого уклада предприятия у экономику региона. Юбилейные медали отримливают директор Брилёва, герой социалистической працы Аркадь Кобрусев и начальник цеха по живёлагадоўлі Вячеслав Струк. После закончения урочистой церемонии он кажет журналистам, что оценивает работу галины как достойную. Долгие годы находимся на лидирующих позициях в районе, в области и в республике. Вот за прошлый год входим в 15 лучших хозяйств. Производим молоко 100% сортом «Экстра». Соблюдается технология, соответственно, и результат достойный. Сегодня агропромысловый комплекс – одна из наиважнейших сфер деятельности человека. От ей успеха залежит не только добробыт нации, але и у значной ступени стабильность у громадстве. Оператор механизованной фермы агрокомбината «Паўднёвы» Татьяна Стрыжак у сельской господарцы больше как 20 годов. И весь этот час працуя на одном месте. Каже, что своей працей гонорится. По всяким выпадку, махчимость переезду у Гомель навык не разглядая. А что в деревне такого? В деревне все хорошее. И надо труд человеческий, деревенский тоже уважать и любить. Потому что мы выросли на этой земле. А надо вспомнить земля. Понимаете? Олесь Сюров, Ольга Коновалова, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».